Всем привет, друзья, меня зовут Макс, вы на канале Максимум с Роблокс. И сегодня у нас будет обзор на карту Ютубер Тайкун. Такая карта, короче, здесь надо развиваться и получать подписчиков. Погнали, купим себе какой-нибудь домик. Например, хочу быть Тенкюром, или как он там, Тенкюр читается, наверное. И вот наш дом. Так, First Dropper Free. Окей. Угу. И то есть у нас идет, и мы сейчас должны получать с вами денежки. И да, денежки начисляются. Хм, зачет. Так, а ну. Ждем деньжишки наши. Там 25. Там, да, да, там 25 баксов нам надо. Покупаем дроппер. Так, у нас компьютер за сотку есть. Из-за этих дропперов. Чем больше дропперов, типа, тем больше денег. Я это понял. Так, угу, дорожки купили. Окей, нам нужно купить хотя бы компьютер, чтобы работать. Поэтому... Так, О, все, ровно сотка. Покупаем компьютер. И у нас есть комп. Угу. Запись. Иди. Так... Редактируем, снимаем, редактируем. У нас еще 20 подписчиков есть, 30, 50. Блин, летели бы у меня бы так быстро подписчики. Я бы, наверное, был бы... Я бы очень был рад бы. Трэш, окей. На 200 подписчиков у нас будет кровать. 200... Угу. О, все, купил. Так, строим такую, короче, пристройку. Так, тут денежки, наверное, будут не быстро у нас копиться, но пока мы будем работать за компом, давайте я все это ускорю, чтобы накопим немного денежек и продолжим. Окей, у нас накопилось уже 400 баксов, давайте возьмем 4000 подписчиков. Так, покупаем шкафчик. Так. На 6000 подписчиков у нас будет телевизор. Ну, мне кажется, это, в принципе, будет нетрудно. Набить 6000, да? Да. Так, давайте апгрейдим нашу вот эту фигню нашу. На 2500 еще один дроппер. Угу. Да уж. Так, покупаем, что это? Ага, еще один фундамент сверху. У нас уже 7000 подписчиков. О, все, у нас есть телек. Окей, самое главное, чтобы меня тут не убили, потому что, когда я хотел снимать видос, меня тупо убивал какой-то чел, и я не мог начать видос. Он мне тупо просто подходил ко мне и убивал катаной там или чем-то, мечом, короче, каким-то вот таким длинным. Вот. Я просто попросту не мог начать видос, потому что он не мешал. Так, ставим вот такую штучку. Не знаю, что это такое. Окей, строим еще вверх фундамента такой. Это... О, тут можно дверь за 5000 поставить. 5000 пока нам... Так, ну не по карману. Потом, поэтому пока будем прокачивать, наверное, сам дом, а двери потом поставим, когда у нас уже будет приличный бюджет. Потому что... О, у нас 12000 подписчиков. Апдейт компьютера. Все, у нас теперь вот такой хороший ПК. Примерно еще как у меня практически. Ну да, у меня почти такой же, наверное. Вот. О чем я и говорю? Меня убила девочка. Ага, а говорю, дверь не надо ставить. Нет, все. Я сейчас поставлю дверь скоро. Давайте копить. Я говорю, девчонка меня катаной вынесла. Поэтому лучше копить денежки и купить себе сейчас дверь. Потому что я не хочу, чтобы меня сейчас убивали. Блин, денежки идут не быстро. Ну а чего ожидать? Надо радоваться, что хоть эти деньги мне приходят тут сейчас. Блин, ребят, если мы наберем 100 подписчиков, то тогда я спалю лицо. И сниму видос с вебкой.
Я думаю, вы не против, так как 100 подписчиков, мне кажется, будет нетрудно. Я стараюсь для вас, снимаю такой контент. Годный. Очень часто снимаю видосы. У меня еще один канал есть, но на нем не залетает видос, и все. Ага, и типа они вот так будут биться, умирать. Я вас понял. Теперь ни одна девчонка с катаной не убьет меня. Я король. Книжные полки. А, понятно. Окей, окей. Я вас понял. Так, у нас тут все, короче, по 2000 стоит. Окей, даже по 2500. Да. Конечно, не очень классно. Потому что у меня мало бабла. Апдейт кровати 65000. Угу, правильно, 65. 500 подписчиков в секунду, блин. У меня и то столько за всю карьеру видосов, всех моих каналов нет столько подписчиков. А у него это все в секунду. О, все, новая кровать. Новая кровать, новая жизнь. Поэтому мы ставим окна, потому что сюда через окна могут запрыгнуть. А так, не запрыгнут. А может, запрыгнут. Не, не выходит. А может, и придумают. Unlock Silver Place Button. Что это такое? Не знаю, что это такое. У меня дождь начался. Блин, вообще зачет. У меня сегодня везде идет почти дождь. Да, какая у вас, ребят, погода? У нас на выходных ожидается плюс 18, но всю неделю будут дождики. Да. На. А что ожидать? Весна. Весна. Это... А, это кнопка Ютуба, понял. Зима, холода. Я думал, сова, окей. Так. Опа. Вот такая, короче, штука для комнаты. Нормально, за 2500 такую фигню. Реально, если бы она больше, наверное, стоила. А, тут в доллар, хотя... Он, блин, прикол. Он за несколько секунд может получить 1000 баксов. Ну вот, короче, все, мы продолжаем. Я, короче, тут немного попрокачивался. Ну, со мной еще тут один молодой человек. Всем привет, ребят. Я думаю, все меня по голосу узнали. Это я, Нейлюнкс, да, поэтому... Да-да. Ссылочка будет в описании. Короче, я тут немного попрокачивался, и у нас новый комп. Зачет. А, нет, тут еще один компьютер еще будет за 4 миллиона сабов. Да, вот. Офигеть, все, если все тут прокачать уже могу почти. А, нет, не все. Ну, ребятки, смотрите, какая здесь красота. Короче, накопилось у меня 51000 рубасиков уже. Так, давайте мы тут купим себе дропперы, короче, фигоперы. Делаем апгрейд нашего, так сказать, жилища. Что еще можно сказать? Правильно, ничего. Но пока 8 миллионов подписчиков, и дом уже, в принципе, апгрейдили. Я надеюсь, этот видос... Ну, зарядит на просмотров так 30 хоть. Если наберем 50 просмотров, если я пойму, что вам эта рубрика нравится про ютубер Тайкун, все будут писать, если в комы, что хотим продолжение, тогда я выпущу вторую часть, как я развиваюсь в ютубер Тайкун. Надеюсь, будет вам интересно. Если вы, конечно, захотите. Если вы не хотите, я не буду снимать ютубер Тайкун. В принципе, логично, да. Апгрейд на 100000. Так, ладно. А у нас дождик. Второй день уже подряд льет. Даже какой второй? Пару дней уже. Блин, мне бы такой компьютер домой. Кстати, у него так написано, и процессор написан. Что у него тут? У него... О, офигеть. У него стоит видюха RTX 3090. Эта видеокарта на данный момент стоит 300 с лишним тысяч. Процессор у него RX 850X. Три вентилятора. Блин, ну это такой мощный, кстати, компьютер. Он потянет, он FNAF 9 поднять на максималках.
GTA 5 на ультра шейдерами. Он новый, он все новые игры потянет. Это ведь RTX. Да. Так, все, осталось 100 тысяч до 10 миллионов. И все. Бриллиантовая кнопка Ютуба. То есть алмазная какая-то бриллиантовая, да. Так, мы тут можем что-то купить. А, это потолок. И дальше за 50 тысяч мы вроде этаж второй можем сделать. Короче, да. Блин, денег пока ни на что не хватает. Так, деньги набираются медленно. О, у меня теперь меч есть. Я купил вот эту фигню, и у меня теперь есть меч. Копина, вот эти, чтобы дропались. Угу. Да, о, все, я могу вот эту фигню купить. Что это такое? А, да, это лестница на второй этаж. 20 тысяч, 80 тысяч. Да. Наверное, пока надо на компе поработать. Пусть пока идет. Все, конечно же, будет опять ускорено, потому что никто не хочет долго ждать. В общем, начинаем. Так, короче, ну и все, ребятки, прокачали мы уже 22,5 миллиона. Апдейт полочки. О, кстати, полки у меня тут еще все старое. У меня набралось 215 тысяч. Я думаю, я, наверное, пока дострою весь первый экран, первый этаж весь, а потом уже только начну строить второй, потому что мне кажется, зачем строить второй, если еще первый не достроен. Логично? Логично. Да уж, выйдем на природку, посмотрим, что у нас. У нас вот такой вот домик одноэтажный пока, но не суть. Наверное, в этой серии мы с вами начнем строить второй этаж, и потом во второй серии уже начнем его заканчивать. Закончим уже строить. Я еще ни разу не сдохнула. Будет зато, у нас такой скин. Зато три раза любила все. Посмотри, какой у меня потом скин будет. Мне такой нравится, короче, черный с синими волосами. Ну и, короче, что у нас? Плюс еще 70 тысяч. Коробки. Я могу сейчас копить деньги, купить этот кристаллик будет скоростной. Деревья купил. Я помню, у девочки одной было очень мало подписчиков, всего мало, но она получала очень много денег. У нее, наверное, вот это за 50 робоксов и за 2 кэш куплен. Так. Пока маловато денежек. Да. Полы нельзя поменять, какой-нибудь цвет, ну прикольно сделать. Так, плюс 98 тысяч. Я, наверное, себе вот этот за 100 тысяч куплю. И потом за 1,5 ляма. Кто-то построил. Тут дофига домиков. А я пойду вот этот кристаллик возьму для бега. Прикол. Какая девчонка не сделала ограждение. И у нее вот эти штуки просто в полете. Прикол вообще. Она себе еще даже обустройку вот этого самого всего не сделала. Я сначала не понял, что надо делать здесь. Только надо свой дом строить, а я сначала не понял. Я просто тупо ходил по всем домам и думал, что у них можно отбирать их деньги. Вот это. Там у них накапливается кэш, я думал, это можно собирать. Я думал, что не собирается. Апдейт Bookscape покупаю. Все, на 50 миллионов апдейт кровати.
Да уж, мне бы такие хоромы, кресло, три монитора, мощный ПК, наушники, микрофон. На днюху у меня днюха еще, блин, не скоро еще лето наступило. О, а что, новый скин, что ли? Короче, о, все, ребят, короче, обустраиваем новый наш домик. То есть не домик, а второй этаж. Что-то запнул. Что-то когда видос снимаешь, всегда прям как говоришь что-нибудь, сам не соображаешь, что говоришь вообще. Так, я куплю себе эдитора, пожалуй. Здорово, чел, давай мне зарабатывать деньги. Почему у него два экрана, у меня три? Беспредел. Следующий эдитор на 2 ляма. Ну, деньги уже будут, наверное, быстрее идти. Хотя надо еще дроппер купить наверху. А это еще дополнительные денежки. Так, сколько там дроппера забыл? 150, блин. Немного не хватает. Помню, обманул так человек 5, наверное, короче. Поставил я вот эти двери. Какой-то чел стоит рядом с моим домом. Я их вот так открыл. Он бежит. Не успевает среагировать. Я их так закрываю, он не среагировал. Забегает и умирает. Я стою, угораю тупо. И вот. И это так пару человек повелись. Я их типа запускаю в свой дом, потом вырубаю. Один чел меня так друзья добавил. Я ему хотел катану вот это типа дай. С 1,5 ляма. И он меня тупо убил, короче. И я его потом в своего дома прогонял. Я его так, кстати, обманул. Дофига раз убил. Да уж. Бывает, если люди хочешь помочь, конечно, думаешь, вообще за чего-то, а потом он тебя тупо убивает. И все. Так, у нас обновление кроватки на 50 миллиончиков. Да, да. Конечно, конечно. Так, обновление телевизора на 70 тысяч. В общем, ребят, короче, блин. Если бы у меня был бы нормальный комп, был бы нормальный микрофон, я бы снимала вообще бы... Если бы я как договорил с вами, если на 100 если наберем 100 подписчиков, спалю лицо, было бы классно, если бы я снимала еще бы на нормальном компе, с нормальной такой вебкой, с нормальным микрофоном. Ну и, как говорится, дело времени. Возможно, может, я потом микрофон куплю нормальный для компа. И веб-камеру. И буду играть в Roblox на компе. Самое главное, не только нужно приложение до съемки, потому что у меня там есть приложение Bandicam, но оно фиговое, там этот логотип, блин, на полэкрана. Какой челик бегает. У меня уже 500 тысяч есть. Поэтому куплю себе там дроппер. Чтобы получать денежки с него. О, что не работает? А, работают. Апгрейдер. Миллион. О! Наконец-то у меня теперь деньги побыстрее стали идти. У меня теперь сразу за буквально за 5 секунд уже по 100 тысяч дает. Неужели? А, я потому что ведь наверху вот эти два дроппера поставил. До этого? Была фигня. Тут, в принципе, быстро проходит, поэтому, ребята, думаю, за 2 серии мы с вами, в принципе, дойдем до конца, все делаем. Первую серию мы с вами закончим первый этаж и немного начнем так, наполовину строить второй. Короче, наверное, пойдем пока прокачивать подписчиков, наверное, миллионов так 100 наберется, и тогда продолжим. Короче, ребят, уже 100 лямчиков, и все, почти все, апдейт ТВ, и мы закончили, вроде бы да. У нас накапало 4,5 миллиона баксов, и мы возьмем себе катану. Ну и короче, ребятки, покупаем еще один, кстати, дроппер, и теперь у нас будет... В 2 раза больше бабла, ведь мы с вами богатые люди.
два дома плакс. Я даже не старался. Рэпер плакс. Ребят, кто слушает и знает Моргана, лайк. Лайк просто. Ставьте лайки. Обожаю. Не знаю, может, некоторые мне скажут. Может, некоторые меня захейтят, но я люблю слушать Моргана. Я 131 лям. Давайте, ребят, наберем где-то 1 200 250 и продолжим. Ребят, короче, уже 200 миллионов. Все, ребят, наверное, сейчас... У нас уже 20 миллионов. Или долларов. Короче, доллар, ребят. Давайте купим дроппер. Еще апгрейд делаем. Ну и... О, и байруф. Ну, и в принципе, вот еще. Построим кнопочку. О, у нас прям не хватает 50 тысяч на золотую кнопку. Сейчас мы соберем денежки. Да. И в общем, кнопочка и свет. Молодец, змея, да. В общем, и короче, мы тут все закачали. Только не вырезай, не вырезай. Я серый экран сделаю. Только не вырезай. Не я вырезу. Это не вырежу. Только, пожалуйста, не вырезай. Я серый экран сделал. В общем, ребят. Давай меня фоткай, дай я видео обращение сделаю. Сейчас, все, не фоткай меня. В общем, ребят. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам зайдет. И если вам понравится... то сделаю продолжение. Всем с вами был я, Макс. Вы были на канале Максимус Роблокс. Всем удачи, всем пока-пока.